Втяни воздух. Давайте руки отснимем. Мне нужно покашлять. Нужно руку, чтобы покашлять в руку. Прикрыть рот нужно. Блять. Кашляет. Всем привет. С вами Сергей Трофимов. И Ксения Малюгова. И это наш челлендж. Not my arms. Короче, суть заключается в том, что чужие руки тебя ласкают. Чужие руки. Итак, это челлендж, где Сережа будет красить меня своими руками. Я буду все делать твоими руками. Ой, я писать хочу. Нет, спасибо. Короче, надо, пожалуй, начать. Да. Для начала мы берем кремушек. Совсем чуть-чуть. Крем? Нужно размазать по всему лицу. Но он так не выдавится, он, видишь, такой. Да не так много! А закрыть надо, да? Да, надо закрыть кремушек. Теперь мы берем этот крем и размазываем по всему лицу. Фу, зубы, зачем мазать? Это мне волосы мазают. Блин. Надо убрать волосы. Убери их. Сама ты говоришь, что твоего лица, твои руки. Да, я убрала волосы, теперь я продолжаю размазывать крем по лицу. Нажми лицо. Куда? У нас слишком короткие руки. Так, все, мы намазали крем на лицо. Теперь нам нужно взять тоналку. Хорошая тоналка, нравится мне, да? Мажем на ладонь. Нет, не сюда, не сюда! Вот, все, хватит. Закрываем, да? Да. Да, я подожду. Так, берем теперь всю эту тоналку, размазываем по лицу. Мажем вот так на лицо, мажем. Круче. Ага. Ой, у вас не стоит, конечно, ну да ладно. Мы намазали, теперь нам нужно размазать это по всему лицу. Размазываем. Про нос не забываем. Ага. И лоб еще надо. Так, ну, вроде нормально. Здесь Мадонна, я Мадонна. Так, теперь нам нужно взять пудру, взять кисточку, окунаем эту кисточку в пудру, угу, и промазываем по лицу. Промазываем. У нас упала кисточка, поэтому мы будем мазать пальцами. А лоб? Лоб тоже нужно нам намазать. Не забываем ни про что. Так, мы намазали пудру. Ага. Все, нанесли пудру на лицо. Волосы нужно убрать мне. Теперь
теперь мы берем карандаш для бровей. Для бровей карандаш берем. Вот до первого. Нет, да, этот. Вот этот карандаш мы взяли, и теперь мы подводим брови. А открыть его ты не хочешь? Точнее, я не хочу ли его открыть? Так, да, брови у нас, ага. Красивенькие брови. Теперь вторую бровь. А что у нас там с бровями? Нормально все. Мы продолжаем подводить брови. Брови у нас уползли немного, ну да ладно. Ну что, вроде сладко. Теперь мы берем, взяли жидкую подводку, потрясли ее чуть-чуть. И теперь мы будем подводить глаза. Руки жирные! Ты... Мне не стоит ее так переворачивать. Что-то проблематично будет лодка открывать. Давай я. Ну, молодец, я открыла. Я начинаю подводить глаза. Так, мы подвели. Подвели глаз. Теперь нужно подвести второй глаз. И мы сможем вообще... Вот с таким макияжем можно идти куда угодно, потому что это вообще универсальный макияж. На все случаи. И на выход куда-то, в ресторан, в клуб. Да. Прекрасно. Теперь мы берем... Что мы берем? Мы берем тушь. Мы взяли тушь. Теперь нужно накрасить ресницы. Нет, это не ресницы. И это не ресницы. И это тоже не ресницы. Это волосы. Мои волосы теперь черные. Я вся в туши. Это лоб. Это зуб. Итак, мы начнем нашу. Накрасили один глаз. Так, накрасим другой. Это брови. Блять, это опять волосы. Красить наши губы, чтобы у нас были красивые красные губы. Блин.
Так, мы закончили наш макияж. Ну что, теперь нам нужно собрать наши волосы. Не пойдем же мы такими черными волосами. Мы сначала их расчешем аккуратненько, чтобы они у нас не запутались. Аккуратней! Да, вот так вот прекрасно расчесываем наши волосы. Блин. Кто у нас здесь красотка? Ты мне волосы сейчас все запутаешь. Ладно, все, мы расчесали волосы. Давайте-ка мы сделаем... Нет, мы сделаем не хвост. Мы сделаем две косички. Это не косичка, ну да ладно. Давайте сделаем два хвостика. Это тоже не косичка. Ладно, мы делаем какую-то хероту. Ну да ладно. Так, теперь нужно сделать вторую сторону. Мы взяли резинку. И делаем вторую херню. А, волосы запутались за сережку, мне сейчас ухо оторвет просто. Так, мы прекрасны. Все вот собирайтесь так, делайте такой прекрасный макияж. И в таком виде можно пойти вообще куда угодно. Вот. Серьезно, куда угодно. Итак, с вами были Мальгова Ксения и Сергей Трофимов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И приятного просмотра.